Барбия, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, Барбия, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Наступна туристична розмова, експертна думка у нас буде у виконанні Марії Кукліної. Це менеджер відділу продажу туристичного оператора TPG. Поговоримо про Ізмір, про Туреччину. Про Новий рік ми в Таїланді сьогодні вже згадували, водичкою один одного полили. Можемо, в принципі, зробити це ще раз, але я думаю, що техніка не дуже на це добре відреагує. Тож будемо говорити і розкривати загадки та секрети Ізміру. Доброго дня! Здравствуйте. Хочу вас познакомить, да, то есть Турция с Измиром всем знакома данная страна. Вот Измир — это Эгейское море, Эгейское побережье. Мы его очень хорошо знаем в плане моря, но в плане именно Измира мы еще не совсем, да, так знакомы. Данная новинка — это наш эксклюзив, да, с которым я хотела бы вас познакомить. Хочу, чтобы вы полюбили Измир так, как люблю его я. Побережье Измира, оно очень красивое. Он не похож на другие города, как Бодрум, Даламан, Мармарис. Плюсом Измира являются здесь более широкие пляжи. Они песчаные, с пологим заходом. Прекрасная природа. Измир — это третий по величине город в Турции и самый ближайший к любым историческим ценностям. Также есть много достопримечательностей, которые можно будет посетить непосредственно в самом Измире. Это храм Артемиды, можно будет в Эфес поехать, башня, которая была построена... Ну, гортайте, показывайте фотографии, чтобы оно доповнювалося. Да, то есть полетную программу, да, как мы с вами летаем, можно будет поехать 25 мая полететь в рекламный тур посмотреть. Сейчас вам покажу. Это особенность региона. Сейчас вы можете обратить внимание, да, карта, видите, как подковообразно находится. Мені навіть нагадується чобіток Італії в деякій мірі. Ось да, Італію забрали море, і оставили. Море дуже схоже, трошечки. Трошечки, да, Італію забрали, оставили нам Ізмір. Потопили Італію, турки. Да, здесь... Очень хорошее побережье, можно заняться дайвингом, поехать на термальные источники, если хотим подлечить свое здоровье. Здесь очень много проводятся фестивалей, они проводятся летом, есть фестиваль сна. Да, для тех, кто устал, хочет отдохнуть. А це не той фестиваль, там, де потрібно засинати у дуже складних умовах? Тобто там, коли дуже багато галасу, і та людина, яка зможе заснути першою, отримає приз? Ні, там нужно отключить, отдать все свои IT-технологии и просто остаться без ничего. Общение с людьми. Відключити всіх своїх, да, потім суперників. Да, и дальше спать. А он длится 4 дня, в самом Измире проходит, то есть можно, вдруг кто-то захочет, можно поехать посмотреть. Климат здесь тоже, вот как вы видите, хороший. В мае уже можно спокойно ехать отдыхать. Теплая температура, теплое море. Конечно же, пиковая среда — это июнь-июль-август. Ну, это стандартно идет для побережья Эгейского моря. Вот, но здесь май-сентябрь еще для таких, кто любит немножечко посвежее водичку, поменьше людей, можно будет поехать отдохнуть. К тому же Измир сам по себе — это более европейский курорт, там больше... Немцев отдыхают, поэтому качество сервиса, обслуживание там повыше. Приезжая в сам Измир, именно в самом городе, да, если размещаться, там единственный нюанс – не совсем удобное море. Там очень большой порт, и именно плавать в самом Измире нет. Поэтому всегда уезжают либо Кушадасы, либо Чишме, либо... А как далеко потребно ехать, чтобы покупаться? Ну, 30 от центра города. 30 хвилин, а тобто це на спеціальному автобусі? Чи... Либо на автобусі, либо в отелі. Да? Тобто там є отелі, які розположені на побережжі моря, може бути спокійно заход. Є отелі городського типу, які посещають більше для ділових поїздок, або ж їдуть подивитися на багато достопримечательності. Здесь кратко те, що можна посетити, да? Вот, як я говорила, храм Афіни, є ще єврейський квартал, рыночная площадь гора на еврейском квартале. Самое такое, то, что мне запомнилось, это подъемник, он 170 метров, соединяет верх и низ еврейского квартала. Мечети, ну их всегда везде много, да, в Турции, но это мечеть Хисар, она одна из самых старинных и одна из красивейших. Церковь Святого Поликарпа и визитная карточка Измира — это баня с часами. На всех магнитах она везде находится, и она в центре города. Также там находится археологический музей прямо за башней, то есть то, что можно будет посмотреть. И здесь хотела бы, вот в центре видите картинку, да, на которой находится данная баня с часами, и куда можно поехать, да, то есть если начинать с правого верхнего угла, это Стамбул, Хиераполис, Памуккале, Эфес, Перге и Троя, да.
Троя? Це Троянський кінь там знаходиться? Да. Его восстановили, да, не с древности, но восстановлен есть. То есть эти достопримечательности, они находятся, ну, Стамбул самый дальний, 490, все остальное в районе до 200 километров, поэтому очень удачно можно будет поехать. Эфес вообще очень рядышком, 80 километров, вот, можно даже будет взять машину, сами поехать. Главное либо знать историю, либо брать с собой машину экскурсовода, поехать, посмотреть. Вот, по Мукале в термальных источниках мы можем погулять, там есть бассейн Клеопатры, древний город Хиераполис, античные города, античные парки, то есть все это можно будет посмотреть очень близко и очень интересно. Дальше хочу рассказать, да, вот мы прилетели с вами из Мира, и регионы, в которые мы с вами можем поехать. Первый – это Кушадасы, в переводе с турецкого означает «птичий остров». Это очень зеленый курорт, и если сравнивать его с Анталийским, он более дешевле. Очень активный, много инфраструктуры, рестораны, кафе, два аквапарка, которые самые огромные, можно будет поехать посмотреть. Очень активная ночная жизнь. И, в принципе, сюда можно приезжать как с детками, так и просто молодежи. Это, да, небольшая такая альтернатива Бодруму, если хотят более песчаные пляжи, но вот именно в Кушадасах встречаются иногда платформенные пляжи. Такое вот немножко есть на Эгейском побережье. Первый, да, вот, то есть, ну, кратко по отелям, самую малость, да, на которую хотела обратить, Аквафантазия, прекрасный отель, самый лучший аквапарк на территории отеля, да, песчаные заходы, куда вот можно будет поехать всем, подходит для всех, здесь очень крутые горки. Ну, в Эгейском побережье не так часто можно встретить отели с аквапарками, как на Анталийском, да, то есть вот здесь вы можете совместить. Следующий отель более для возлюбленных, ну и перемещаемся к Дидиму. Дидим – это наш небольшой такой город-курорт, наше все, да, в этом городе. Он очень богат историей, здесь ранее проживали только жрецы храма. Вот здесь проводили соревнования, посвященные богу Аполлону. Вот его видите, развалины храма Аполлона. Здесь были... А кто его развалил? Завоеватели, которые проходили на территории Турции, проживало очень много цивилизаций, греческие, римские. И позаземных, я так разумею, еще. Их следы они не оставили, поэтому не могу вам сказать, да. В самом городе Дидиме проживали только жрецы, сюда только приезжали непосредственно лишь на соревнования. Вот. Но сейчас это довольно такой крупный город, очень много инфраструктуры, куда можно выбраться за пределами отеля, погулять для тех, кто хочет просто самостоятельного отдыха, приехали отдохнуть и дальше погулять. А отели более такие здесь, как вы видите, уединенные и, в принципе, немножко удаленно от самого центра находятся. И Измир. Город прилета, город контрастов. И мой... Так Стамбул же це город контрастів. Нет, вже не совсем. Він цю назву, вірніше, цю номінацію виборов, а тут Измир якось втручається. А тут Измир второе место, вот, серебряная медаль. А третій тоді за ким? Третій ще не віддали нікому. Ще, ну, я думаю, ще можна поборотися. TTPG щось знайде таке, якому можна буде надати цю номінацію. Город дуже великий, з контрастами. Современність граничить з древніми постройками. Наверное, єдиний город, в якому є метро, на котором можно будет, да, покататься. Не очень часто в Турции можно встретить железную дорогу, но тут она есть, поэтому можно будет покататься. Ну, правда, наземная, в подземлю не спускается. Я хотел только спросить, под землей, враховуючи те, что там море недалеко. Нет, оно все на земле. Так это же метро, это скоростный трамвай тут уже. Ну, они называют это метро. Переконали. У них есть пара станций, которые идут подземные, но основная часть, более так получается 95%, которые над землей проходят. Поэтому можно будет совершить даже экскурсию, самим сесть в метро, поехать и посмотреть просто то, что есть по городу. И все, да, парочка отелей. Вот этот отель, который, кстати, я вам говорила, Кая Престиж, центральный городской отель, которым можно будет поехать. Очень классный, на высоком уровне, старенький, правда, отель 2009 года, но он в самой центре расположен, в 5 минутах ходьбы находится центр Измира, куда можно будет
пойти, да, самим погулять. Вот. Но единственный нюанс, у него нет пляжа. То есть нужно будет либо брать машину, либо на рейсовом автобусе уезжать за. Чи брати надувний басейн з собою, як ви. Либо это, да, на крыше его поставить и так вот отдыхать. Все. Да, так кратенько по Ізміру. Ну, все, про Ізмір начебто розказали. Давайте зробимо невеличку паузу. Там у нас ще, окрім Ізміру, буде тема Мерса Матрух Єгипет. Новинка сезону. Мерса Матрух чи Мерса Матрух. Мерса Матрух, як батько Міхно. Співзвучно звучить. Мерса Матрух. Вчора у нас теж була якась новинка Єгипту, що стільки новин постійно додається. Такий великий Єгипет. Я думаю, що і нашим онукам ще лишиться якісь назви, якісь нові курорти. Необмежений Єгипет з необмеженими пропозиціями від туристичного оператора TPG буквально через кілька секунд. Дочекайтеся. Бам-б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 ам